Меня зовут Мухаммад Джарбаев. Я представляю клуб «Агат». Также я представляю клуб «Колхоз Зау» и «Дикая дивизия». Я, как все дагестанцы, начинал свой путь с вольной борьбы. Тренировался 15 лет, плюс-минус где-то. Самая интересная схватка для меня является Абдулкадыров Мухаммад против Саидова Ильдара. Всем привет, меня зовут Андрей Карузин. Я представляю город Лыткарино. Я решил заявиться в гран-при. Во-первых, потому что мне сказал тренер. Все, что говорит мне мой тренер, я это делаю. Если он скажет мне спрыгнуть с крыши, я спрыгну с крыши. Он мне говорит, как бороться, где бороться и с кем бороться. Буду рад побороться с любым соперником. И пусть победит сильнейший. Меня зовут Салмин Калян, коричневый пояс, Тим Стрела. Заявился на гран-при, потому что надо было, брат. Поэтому вижу себя в финале с Илюхой Анисимовым. Он мой братишка, распилим бабки и все. На камень-ножницы бумага. Я Омурзаков Ирбалот, я из Кыргызстана, но давно живу в Москве, так сказать, кыргызский москвич. Я заявился в гран-при по знакомству. В восьмерке все участники очень сильные, предсказать, угадать очень тяжело. Борьба все рассудит и будет один только фаворитом. Меня зовут Арсен Шапиев. Я родом из Дагестана. Долгое время жил в Москве, тренировался под руководством Леонида Готовского. На гран-при заявился, потому что хочу показать красоту моего грэплинга, хочу проверить свои силы, хочу стать чемпионом. Самое интересное будет финальная схватка между мной и сильнейшим 107. Я Сулейманов из клуба «Джиометри». Нужно было начать турнирную серию с чего-то веселого. Давно не выступал, а гран-при – это весело. В финале я вижу себя с огромным бургером после турнира из гонки веса. Never let it go,